10 октября в Чебоксарах стартует второй чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Обилимпикс». Пройдет он на базе Чебоксарского экономического колледжа. Соревноваться в мастерстве будут учащиеся, студенты и работающие специалисты с ограниченными возможностями здоровья. Увеличилось в этом году и количество направлений, их будет 10. Популярность этого чемпионата, она из года в год растет. Желающих участвовать становится больше. И хотелось бы сказать, уже есть у нас первые успехи в этом направлении. И в прошлом году, когда мы вне планово участвовали на национальном этапе чемпионата «Обилимпикс», есть достижения определенные, в основном по деревообработке. В чемпионате примут участие не только образовательные учреждения, но и работодатели совместно с Министерством труда, которые после завершения соревнований займутся трудоустройством участников. Одним из важнейших критериев оценки является трудоустройство, прежде всего, победителей, но не только участников. Это вот как раз было сказано, в этом направлении, конечно, вот мы вместе с Министерством образования тесно работаем, в том числе и с Минтруда, Центр занятости и вот с организациями. Эксперты, которые будут оценивать участников нашего чемпионата, прошли подготовку в Москве. Отобрав лучших из лучших, они намерены продолжить с ними работу и подготовить к следующему этапу состязаний. По сравнению с первым чемпионатом, в этом году мы увеличили количество компетенций. В прошлом году было 7, в этом году их уже 10. Добавились у нас компетенции, такие как экономика и бухгалтерский учет, обработка текста и вязание крючком. По двум компетенциям у нас принимают участие специалисты и школьники. 11 октября после подведения итогов соревнования будет собрана команда «Чувашия», которая выступит в Москве на 4-м национальном чемпионате «Обилимпикс» в конце ноября. Ольга Алексеева, Валерий Резюков, «Республика».